Уля-ля, друзья, ведьмачья охота, протекшенал, дикая охота, мы продолжаем и идем за Ивасиком. У нас Геральт стриженный. Я извиняюсь за Ивасиком. Аля! Ладно. Чего? Ивасик будет у нас Ивасиком, а не пидорасиком. У нас на дворе по дворе погода разлокропогодилась. Чё так тихо? Не знаю. Сделай потише колонки. Погромче, может? У нас на дворе по дворе погода разлокропогодилась. Что ты там делаешь? У нас на дворе по дворе погода разлокропогодилась. Что такое? Ты напал? Никто? А что делать надо? Может, нужно всех убить? Или поговорить? А ты с ним говорил? Кстати, надо музыку потише сделать. Звук 2,82 сделаем, то перекрывает немножечко озвучку, я так заметил. А вы их не показывали. Слушай, водяная баба. Ну я немножко научился драться с ними. Ах, да, ты сука. Блин. Она же грязью кидается мне, какая тварь. Ура! Ну такое. Подцапало нас немножко. Я предлагаю подмедитировать. Я предлагаю периодически сохраняться. Ты успокоишься или нет в конце-то концов? Нет. Его наконец-то вернули. А ну-ка, как услышно, секунду. У нас на дворе по дворе погода размокропогодилась. Очень тихо. Ух ты. Какой-то меч. Два меча. Два меча. Так, пойдем за тобой, Ивасик. Ну, немножко... Трава. У нас на дворе по дворе погода размокропогодилась. Куда? Ты же сказал трава. Ну так ты рядом с ней стоял. Я вот пытался взять ее, не бралась. Так, ну в принципе да, в прошлой серии, если вы не помните, мы искали Анну, нашли Тамару. В общем, короче, прям очень насыщенные серии. И страшные. Все в порядке, ни пол ведьмы не видать. Сейчас к твою бабушке, успокою ее. Ну, мы послушаем. Интересно, послушай, как ты поешь. Соловьи уже умолкли, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, Вавуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Ты можешь перевести меня к ведьме? Ты можешь провести меня к ведьме? Вавусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Индивид. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел ясеньку, когда она пропала. Нашел. Горячку гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет, кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной.
Такая недовольная. Такой... Луп-луп. Не, ну помогли мы ему, а чё? Конечно, он нам поможет, естественно. А то реально кучу не дадим навалить. Это его любимый момент в жизни. И Васик добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на гобелене? Это хозяйки. Слишком громко. Не знаю, мне так нормально. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Это мы жалкий червь? Да. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Вы можете говорить устами этой женщины. Я представил себе ведьм. Короче, мы хотим поговорить. Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи... Духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Так. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей барышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина, отдай стилет. А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Опять нас как барон, значит, возят туда-сюда. Ну да. Можно воды, пожалуйста? Пожалуйста, можно. Оп. Так, госпожа. Стилет. Принести стилет. А, там была открытая бутылка. Ладно, бери уже. Она холодная. Ну, тебе... Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Что такое стилет? Ого. Понятно, вопрос отпадает как дурацкий. Это оружие. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Так кто ты такая? Так Анна! Так она бабушка. Она потому быть, что она больше никак не представилась. Так, у нас появились очки навыки. Хорошо. Так. Давай какой-нибудь еще прокачаем. Этот... Из того, что есть у нас, да? Ну да. Дальнобойный арт. Днем восстанавливается. Силовая тренировка. Давай силовую тренировку. Без обид. Как-то громко стал петь. Так он вот так вот поет. Разве это громко? Мне еще интересно послушать, как он в английской озвучке звучит. Да, забавно было бы. Такой вот такой. Это интересно ему что там. Губу надрезали, поэтому он такой странный. Что это я нажал? Не я, кстати, ты выпил. Блин. Я не хотел. Теперь ты сильнее, но у тебя есть дебаф не маленький. Типа яд. Яд. Не типа. А может тут что-то есть? Посмотри внимательно.
Видишь, видишь? А! Бандиты! Ничего себе! Дураки. Тяжелым, тяжелым ударом. Квадратика. Так, Блэд, товарищи, так не годится. Бочки взрываются? Да, бочки взрываются. Так что плюхни. Почти, почти туда. Да. Там этот лучник, лучника надо убить, он мешает. Он рядом с бочками. У тебя же есть болты. Стрельни его. И все. Давай, пятый уровень, как делать нечего. Так, осторожно. Осторожно, осторожно. Здесь газ. Уходи отсюда. Это ты пиво выпил, что ли? Да. Кошмар. Я подрала себе ноги. Очень грустно. Ты больше по легким ударам, как по коротким. Так, Геральт оклемался. Стреляем. Как? Как стрелять? Верхний, R1. R1. Да. Где-то там. Вон он. Сука! Надо пиво ебаное убрать и выкинуть отсюда нахер вообще. Нафиг отсюда иди. Нафиг отсюда иди. А мед ты зачем взял? Так его есть можно. Ну, блин. Дорогое удовольствие. Вот уже неубиваемая скотина. Сволочь какая, а? Все, всех обдираем до ниточки, как липочку. Ибо нехрен тут вот этого вот. Кошмар, Геральт. Ну ты и кряхтишь. Успокойся уже. Кряхтун. Точно. Там еще один валяется. А тут сундук. У нас что-то. Или что-то типа сундука. Болты. Тут, тут, тут. Вот. Подойди поближе. Ты почти взял. Вот. Вот это я понимаю. Там еще что-то ему посмотри. Я сохранюсь, пожалуй, сразу. Хорошая идея. Там рядом с другими домами может что-нибудь есть. Улучшенный сон дракона. Чтоб такое сон дракона знать, еще неплохо было бы. Фу, как все булькает. Вон, смотри. Так, бочки не трогай. Вон, 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 вон. Да. Свиную шкуру продадим. Холст нам нужен будет. Для чего-то. Для чего, не знаю. А там что есть? Серебро. Успокойся ты. Не трогай. Все, уходим отсюда. Зачем? Игни нужен. Да ладно. Серьезно. Это же взрывные бочки. Почти. Он же не взорвет. Да. Давай проверим. Есть просто штука такая, как прокачивание игни. Если у тебя будет он прокачаннее, дальнобойнее будет. Тут даже не так разорвало меня, в принципе. Что-то еще остается после него. Какие-то отметины. Ладно, идем отсюда. Плотва. Ох, какая быстрая. Ты куда от нее убегаешь? Она же сзади сидит. Бежит. Я добежал почти. А чё звал? Чтоб была. Понятно. У нас новый телепорт и новая доска заданий. Там волки или что-то еще. Не трогай овец, они ж чужие. Конечно. Блять, что съел случайно. Бывает, сотами думать. А с кем говорить? С тобой? Мое почтение. А, да. А что? Да-да-да-да. Приятная деревня. Издалека. Ну так, чужина болот. Раз вы так говорите. И как тут живется? Как живется здесь? Ну так,
От зимы до зимы. Так. Узнаешь стилет? Да, сударь. Не знал, что вы им принадлежите. Нет. Я никому не принадлежу. Ну ладно. Ты знаешь, кто меня прислал. Хорошо, так будет проще. Вы уж простите меня. Я не знал, что вы отходите. Так ты не дерзил нам, в принципе, что извиняешься. Честно, вы пользуетесь их помощью. От самого пострижения каждой в их власти. Они о нас и заботятся. Суровые хозяйки, но справедливые. Много требуют. Только ведь ничего легко не дается. Кто разогнал моровое поветрие? Кто дал зерно для посева? В других деревнях людишки сапожки жуют. А у нас вот как-то идет потихоньку. Ну так и что дальше-то? К делу перейдем. Я должен помочь тебе. Рассказывай, что стряслось. Коротко и по делу. Война пробудила старую силу. Злую силу. Кормится она пролитой кровью. Кошмары снятся в ночи наяву. Люди спящими выходят из дому и не возвращаются. Под деревом на шепчущем холме лежат непогребенные. Отцы, сыновья, дочери, матери. Люди их тронуть боятся. Вот туда и отправляйтесь. Ну, у тебя и прическа, конечно. Это да, как будто ты лишайный. Нужно больше сведений. Почему ты не читаешь дополнительные? Зачем? Хотя бы просто проскипай, пусть ведьмак знает больше, чем ты. Это кара ихняя, потому как люди их кара ихняя. Иные же их ведьмами зовут. Только какие же они ведьмы, раз вас прислали? По факту. Я пройдусь по шепчущему холму. Токма, осторожнее, сударь. Токма, дык. Не думайте, что легко будет. Это же классно. Забери сразу все задания, на всякий случай. Можно, кстати, кое-что продать вон там этому. Торговцу. Че ты кричишь? И не только с медведем, не волнуйся. Гусь! Так, купец. Простокваша, яйца, свежие яйца, чистые, не засранные. Ты такой любезный, спасибо, что помыл. Покажи, чем торгуешь. Покажи, чем торгуешь, да, смотреть. Так, у тебя есть гниющее мясо, ржаная, наливка. Ну, воды, может, купим просто. Вон а она. Вода есть? 21! Ничего себе! Ладно, потом. Может ему продать только не оружие, что-нибудь другое. Оружие смысла ему продавать особо нет. Почему? Потому что дешевле берет. Хуйло, блять, сука. Пиво ему отдай. Так, что у нас еще есть? Как-то не густо. Может, шкура какая есть? Капец, волос стоит 4 штуки. Ага, у него будет 404. Шкуру найди какую-нибудь, отдай ему. Мы же точно собирали шкуры. Ну да. А, вот они. Овечья. Медвежью не отдам. Почему? Потому что. А вот это давай. Отдам. Давай, что-нибудь хоть. Деньги не лишние. Честно сказать... Иди в пень. Бывай. Да, бывай. Будь, как говорят. Дай выйти отсюда. Ну и чё там, бабка, рад-то? Да-да, садись. На! На! Побежали. Волчьи шкуры можно было и отдать. Застряли. Боже. Плотва какая-то неуправляемая. Ёптить. Да что? Где ты там зацепилась, женщина? Ой-ой-ой. Кто-то очень сильный. Как тяжело управлять вообще. В Red Dead RDR-машине как-то полегче управлять. Может, чувствительность джойстика убавить? Да дело-то не в этом, оно неуправляемое, в принципе. Не знаю, я на плойке нормально ей управляла. Хотя, когда с Геральдом иду, Валера просто вот так вот. Не приближайся. Отойди. А что-то громко. Чую, откуда пришел. Что-то громко. Не знаю. Все остальное довольно тихо.
Почему конкретно это так громко, я не знаю. Везде страхуешься, да? Конечно. Понятно. Силы, что меня хранят, знают, откуда пришел. Спасибо. Саные суки, блядь. Иди сюда. Силы знают. Да ты что, блин, серьезно? Лиса собачьей петрушки. Телепортик. Там еще кто-то впереди. Тут много кого. Новая отметка. Вход. Голос доносится изнутри дерева. И что дальше? Надо найти вход. Так, так, кто-то бежит. Вот. Ну, почти попал. Так, найти проход под холмом. А, вот. Где-то здесь. Ну а что мешать-то? Зачем мешать-то? Конечно. Вот это не проход. Да, у Геральда, конечно, стальные яйца. Такие места ходить вообще жесть. Да я, да, сам в шоке, не знаю, что. Там пещера какая-то. Что за пещера? Ну да, вон тебя отмечают на карте. Тут волки есть. С другой стороны. Это не волки, это волкова. Уходи, уходи. Мне не сдержать силы, что меня хранит. Мы, кстати, хотели там масло против чудовищ сделать себе. У нас есть масло. Против волколака? Помнишь, мы там пошли на задание? Я и посмотрю. Так и его и не сделали. Рюкзак. Масла. Блять. Призраки. Против призраков. Трупоеды. Магические твари. Гриб. А к чему относится этот волк? А я не знаю, посмотрим в глоссарии. На бестиарии. Волколаки. Ниже, ниже. Ниже. Реликты. А где? Лиха, виверна, куролиск, грифон, медведь, волк. Это волк. А волколаки это оборотни. А где? Водный утопец, гуль. Чё-то непонятно. Чё-то непонятно, ну ладно. Давай еще. Чё ж ты к нему прыгаешь, дурачок? Там что-то светит. Место синее. Он хилится. Ой-ой-ой. Да, он хилится. И прошлый хилился, только сильнее. Ой-ой-ой. Почти восстановился. О, тварь. Да беги уже отсюда нахрен, ты волколак, уйди, пожалуйста. Блин. Может, все медут, весь мед съел. Весь мед съел. Может, что-нибудь хоть что-нибудь нанесем на этот клинок? Ну а почему нет ничего здесь? Что за фигня? Бой. Волк. Гибриды. Виверна. Крикатун. Курописк. Лиха. Это все ж не то. Может, нужно их победить, прежде чем они появятся? Так, мы уже побеждали его. Ну, нет, мы его не победили. Побеждал я его. Может, там в этих других каких-то... Зачем ты это взял? Что за хрень? Попробуй его усмирить.
другим. Это? Ирденом или Аксием, да. Сейчас, 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 сейчас. Пей. Пей. О. А лучше. Ай-яй-яй. Он все же 5-8 уровня. Он... 8-го, да. А что он хирится бесконечно? Потому что может себе позволить. Давай, тяжелый удар. Кошмар. Я предлагаю отсюда убежать нахрен. К месту силы. Или обойти его 5-й стороной, я не знаю. Все, 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 он уже ушел. Помедитируем, что ли? Ах, кошмар. Тяжело. Мы 7-го уровня, кстати. Как нам... Что-то на нее носить надо, я не помню что. Какое-то масло нанести, но наносить масло, не знаю, что с ним делать, это тупо. Абсолютно глупая идея. Давай там место силы, аккуратненько дойдем до него. Обойдем. Там светилось впереди, где мы с волколаком дрались. Вон, видишь, светится? Обойди его аккуратненько. Как раз Игни. Эй, мы не можем его забрать, потому что мы в бою. Сейчас. О. Давай, давай. Треугольничек. Треугольничек, нажми, зажми просто. О, ура. Одно очко умений. Славно. Он пчёрок. Мощь знака Игни увеличена. Включай Игни. Давай, Игни. Можешь не кричать под руку, пожалуйста? Нет. Долго будешь хириться, сука ебаная. А как с ним драться, это смешно вообще. Не, это смешно вообще. Как с ним драться, кто мне скажет? Иди нахуй, пидорас ебучий. Там можно и меньше было. Ах, тяжело. Волкала какой-то неубиваемый. А в Бетсериане видно самое. В хуйне-то ничего нет. Бестиарий. Это кто у нас? Волкалак, это кто? Оборотень. Все, я не знаю. Тут нет оборотней. Угу. И что делать? Наносить что-то неподходящее и тратить для этого масло, это тупая идея. Так масло все равно долго будет на мече. Кстати. Пока ты его не сменишь чем-нибудь. Это серебряный меч бы поменять. Я посмотрю, у нас в оружии там не серебряный случайно. Ну, в смысле, вот там. Дальше. Стальное, стальное, стальное. Блин. Вообще ржавый меч. Нахрен он сдался. А, где серебряный? Сами сделаем. Угу. Это нам нужно. Так, ну давай сохранимся, пробуем еще раз убить, но это какая-то тупая битва, потому что он просто хирится на ходу. Что это за фигня? Так а зачем нам его убивать? Так он же в пещере, вот перед пещерой стоит. Так может как-то можно его обойти? Как? Я не знаю. О, еще раз. Почему он не использует? Да что ж ты делаешь с этим? Класс. Нигер, ты какой-то тупорылый, сука.
Почему ты не используешь ее? Ну, лучше идет дело, но он хилится быстро. Нехорошо. Не говори. У нас мясо сырое есть. Плюсы есть. Опа, оружие плохо себя чувствует. Я ж только что починил. Ну. Почти убил. Давай, 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 давай. Бля, кошмар. Ты куда? Говно. Стой на месте. Ура, вот тебе и новая статья в бестиарии. Вернись. А там место силы, покажись, кстати, обратно становилось. Я хочу поговорить. Так, что с оружием? Ух, как. Подожди, сломался этот. А нахер это сломался? А что ты не отправил оружие? Потому что на каждого он берет свое нужное оружие. Это же необычное животное. Если бы это был волк, он бы взял серебро. Уходи. Железное. Уходи. Ну, возобновил. Уходи. Уходи. Место силы. Отсюда изливается магия. Еще разочек. Ветер. И что это значит? Понятно, что ничего не понятно. Ну ладно. Ага. Реально пещерка. Возьми факел. Вот он. Ты сту, правда? Да. Знаешь, он может драться с факелом. Он не берет факел. Треугольничек нажал? Да. Треугольничек. Блин, очень плохо, что у нас сломается сейчас серебряный меч. Это прям вообще. Ты посмотри. Плохо. Ага, они двигаются, ёбаный в рот. Это жутко. Геральда очень жесткие яйца. Ну и не только яйца. Вообще, все, нервная система просто страшная. Ныряем. Он не ныряет. X нажми. Квадрат вообще. Не X. Ну, что там голубое? То есть зажимаем. Ничего не видно. Ничего не вижу. Не видно, не вижу. Но Герб бесстрашный определенно. Да залезь ты уже. Единственный, кого он боится, это Венита. Так. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ну, чтобы тебе было не скучно, ну что такое? Ты пришел меня убить? Или освободить меня хочешь? Фу. Что это за каштаны переростки? Почему на меня напали? На меня напали. Это моя тюрьма. Осажденная крепость. Я жду убийц, а мой лес хранит меня. То есть твоя тюрьма, твоя хранитель? Сестры-убийцы, они убили мое тело и теперь истязают душу, но она противится. Так кто ты? Кто ты? Тебе не интересно? Я оставила мой круг, я хранила равновесие. Ведьмы меня убили. А дух прокляли. Мерзко выглядит. Ну, никогда ты не объяснил. Слышала, ты что так тихо говоришь? Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Ты знаешь о ведьмах? Почему тебя убили? Ведьмы хотят эту землю. Хотят этот лес для себя. Я встала у них на пути и умерла. Угу. Ты сказала, что ты в плену. Когда? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах и. Это, конечно, громкая капец. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я могу быть вихрем.
могу помчаться, могу их спасти, только я. Детям на поляне грозит опасность? Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Куда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. Вард, Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Ведьмы, что ты о них знаешь? Ведьмы страшные. Что делать будем? Знаю. Этой штуке не очень верится. И им тоже никак-то не очень верится. Сестры скрыты. Ты не сумеешь их найти. Сестры слышат все. Ты не спрячешься. Ну, давай. Поможем? Давай поможем, я не знаю. Если ты сможешь спасти сирот на поляне, я помогу тебе. Я найду их, освобожу. Выглядит это ужасно. Вызвали меня из тюрьмы. Кровь — мое спасение. Проведи обряд с чернотой вороньих перьев, с белизной моих костей и с резвым скакуном. Мы тебе платву не отдадим, иди, жопу. Резвый скакун, что пасся на лугах, темный, как бездонный колодец, черный, как глухая ночь. Вот кто нужен мне. Собери все, приди и принеси. Конь, вороньи перья, твои останки. Где их все это искать? Где я найду твои останки? Мои кости почили в одинокой могиле. Ступай на запад, это недалеко. Вороньи перья у меня уже есть. Отыщи мои останки и приведи коня. Угу. Резвого жеребца, черный вихрь, обернувшийся конем. Пропусти просто. Отыщи мои останки и приведи коня. Резвого жеребца, черный вихрь, обернувшийся конем. Что за конь? Зачем нужен черный конь? Я стану с ним одним целым, как тогда, когда я жила. Мы будем как вихрь, ничто нас не удержит. Чего оно так блестит вот это? Вот, что коней ты найдешь на заливных лугах. Не знаю. Выглядит мерзко. Я соберу все, что нужно, чтобы я тебя надеюсь, освободить. Я надеюсь, что мы спасем детей. Ага. Собери и принеси к провалу в холме. Туда, где сердце дерева. Пробей мое сердце. Пусть льется кровь. Я буду съедена, чтоб снова возродиться. Ступай и вернись через вход, который я открыла. Мерзость. Призрак, заключенный в дереве. Плейлист ссылки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока. Пока.